1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keck, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keck, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keck, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keck, 7, 8, gute Nacht. Доброго дня и вечера, дорогие товарищи, любители Евы, и не только. Всем здрасте. Динолюшин привезли, поэтому сегодня будем летать на всяких интересных штуках. Начнем с Ваги. Надеюсь, я и закончу. Всем здрасте. Вася, привет. Суприма Сиранс, привет. Кирилл, привет. Дратуте. Я, кстати, песню, которую играл до этого Петр Налича наизусть, когда-то, помню, на археологической практике, на первом или на втором курсе, мы там
вели раскопки в одной усадьбе. Жили в лесу в палатках, жрали водку, копали землю и пели эту песню. Петр Налич вообще, я считаю, гений. А клип так это божественно. Но не все ценят такого рода творчество, к сожалению. Или к счастью. Кики, привет. Нет, не смотрел. Мы в этом году не участвуем, поэтому ничего интересного там я не увижу. Бля, домашний телефон звонит. Домашний телефон я никогда обычно не беру, потому что всякая хуйня по домашнему телефону предлагается. Ёб твою мать. Кому надо, тебе на мобилу звонить. Ну, может, потом записи пересмотрю. Финал. А кто в финале был? И тишина в ответ. Это как спросить, ты любишь меня? Понятно. Ну. Можно было, конечно, и спот не говорить, может быть. Я под пивко на следующий выходной захотел пересмотреть. Прям, чтобы интрига была. Но, спасибо. Теперь смотреть точно не буду. С вашего позволения. Хотя, какая разница? Вдруг вы мне запретите, мне будет похуй. Скушаю кусочек шоколадки, запищаю. Люблю наши бои пересматривать с прошлых АТ, спустив штаны, наяривая, смотря, как мы нагибаем. Ну, в этом году мы проебали сроки, никто не знал. Напоминаю, ребята, о том, что так рано будет отборочная, поэтому мы просто не подали заявку, потому что не знали, что ее надо подавать. Да и похуй. Ай, завтра на работу опять, это работа. Хотя, ребята, с другой стороны, если выбирать работать или стримить Еву, то, наверное, все-таки работать лучше. Потому что, ну, я не знаю. 2-3 часа, и все, меня уже тошнит от нее. На работе хоть можно весь рабочий день как-то высидеть. Залезть в свой пипелац и отправиться домой, в кроватку, где никто, кроме кота, не ждет.
пользуясь моментом, хочется передать привет и поблагодарить своего кота за его доброту. Последний от Эйора, говорят. Ну, хуй его знает. Может, у СП совсем все с деньгами плохо, тогда они уже на АТ забьют. Ну, не знаю, это как бы продвигает игру, и многие после АТ возвращаются в Еву опять. Поэтому это как бы рекламный инструмент. Настенька, привет, давно тебе не было видно, дорогая. И горячо любимая Анастасия. Сегодня, извини, без вебки. Очень жарко, я в трусиках, с голыми сисями. Но я даже в трусах не перестаю быть, в принципе, достаточно, прости господи, пиздатым. В скобочках нет. Я таки понял, что денег нет, да? Денег нет, но вы держитесь. Хуй вам, а не альянсовый турнир, дорогие капсулиры. Хуй вам, а не исправление багов, которым уже некоторым по 5 лет. Хуй вам адекватную систему «Пригласи друга». И много-много-много других хуёв. И извините, слишком много хуёв. Поехавший, привет. Да, так всегда. Кто-нибудь что-нибудь открывает, и стрим запускается. Я бы тоже с удовольствием открыл что-нибудь, но завтра на работу ехать. Ну, как бы можно и на маршрутке там туда-сюда, но я за рулем поеду. Ну и поехавший, я надеюсь, у тебя малиновое вино. Сейчас. Уставшая стучать, захлопнутые дверцы. Дождем. Любовь нашла приют. Нашла приют. В моем уставшем сердце. И я согрел. Малиновым вином. И я согрел ее. Малиновым вином. Аромату подмешана горечь слез и ранняя боль потерь. Кирилл обычно по пьяни не слушает его. Били с тобой когда-то. Песня посвящается всем подписчикам. Когда-то, ребята, мы с вами пили малиновое вино. Эх. Эх, аж на слезы пробивает. При Фриле у тебя душевная музычка такая, как у моей бабули в селе. Ну так ты представь, что ты у бабули в селе. Что бабуля на ваге летит сейчас. Через плацит. И у нее в радиоле
на потрепанной торпеде Вагабонда играет Space. Альбом Deliverance. Бабуля. Бабуля Джена Морей. I'm sexy and I know it. Ехаем дальше. Велики тихо и спокойно. Артур, привет. Максим, пока нет. Малиновое вино было. И Петр Налич. Давай еще раз «Сувенир из Рио» послушаем. Хорошая песня. Дидеро Мариани. Бальзан, привет. Приятный стрим, без нравоучений и понтов. Респект. А еще я прическу не поправляю каждые 3 минуты. Чуб! Добро пожаловать, брат. Чекнем мед. Ребята, у нас так всегда. Просто наша проблема, самое главное, в том, что мы стримим ебаную Еву. Вот и все. Поэтому нас еще не армия. И никогда не будет. Это, знаете, это как какой-нибудь вонючий сыр. Он не для всех. Он на любителя. Да, Артур, это вага. Двухканцелярная вага под пенолюшку. Коих уже было пару стримов на таких телегах. Очень нам нравится. Очень нам она. Зря без вебки, Бальзен. Да жарко одеваться. Я хочу в трусах посидеть. На следующие выходные с вебкой будем стримить. Артём, да нет, почему? Какие отсылки? Я так, к слову. Вообще, ребята, за чубом надо ухаживать, на самом деле. Поэтому тут без вопросов. Чуб — это важно. Я помню даже инструктор по вождению. Когда я права получал давно, говорил мне: «Миша, самое главное — это чуб». Я говорю: «Вас понял, Сергей Валерьевич». Он говорит: «Молодец, что понял». Я говорю: «А как же, вы сомневались, Сергей Валерьевич, что я, думаете, не знал, что чуб самое главное? Упаси Господь, это прописная истина, и каждый уважающий себя человек должен это знать».
Негромко музыка, слышно? Я думаю, что слышно. Меня. Нет, Вася, мы про то, что чуб надо поправлять каждые 3 минуты. Береги чуб с молоду, да. Береги чуб с молоду. Привет, Албань. Ну, сейчас опять начнется. Сейчас мы пойдем не в ту степь. Вроде говорили по проявлению обычного чуба, потом аналогия пошла с членом, например. И, короче, все это закончится. Начну включать какие-нибудь высказывания Александра Григорьевича про пидорасов. Поэтому не надо. Потом опять начнете говорить, что... Зашел на стрим, хотел посмотреть, как ПВП вообще устроено, а тут про... Про... отношения между различными полами идет. Ой, это мы не будем слушать, за это YouTube нас нахуй пошлет. Давайте лучше Боярского. Хотя Боярского тоже многие не любят. Но это скорее посмеяться, друзья. Не, давайте самую козырную, самую козырную, самую козырную. Ночь, да, Артём. Две капли сверкнут, сверкнут на дне. Эфес, а ладонь согреешь. Эфес на ладонь согреешь. Эх, красиво. Хорошо вдвойне, коль ей рисковать умеешь. Ту-клопа, почему бы... На рапире надо летать под такую песню. Там хоть какая-то аналогия с Эфесом есть. В моих влажных фантазиях мы приходим на мет, там сидит внутри разводной вексор вместе с курсой. Это просто перфектли было бы. Но я могу лишь только мечтать. Врага со свету. А что же такое жизнь? А жизнь? Да просто дуэль со смертью. Почему? Почему? Нет. Нихуя на базе нету. Кастрюля, внутри мы даже заходить не будем, потому что она съебет. Да и кастрюлю убивать это не элитно. Не элитно. Спасибо за сына, спасибо за дальше. Но это можно послушать и потом проблеваться, пойти в туалет. И по это сам, по самую крышку навалить. Лайк в ебу этому клипу. Ну как клип, там просто нарезка из трех мушкетеров. Кстати, под стримом не забывайте лайки ебать. Ребята, возьмите себе за привычку. Приходишь, въебал лайк или дизлайк, это помогает. Где-то заруба нихуевая с мелочью идет, но они, наверное, внутри елки. Почему бы? Слайсер, драгун, корсер, скорее всего, внутри смола. Может, снаружи пойдем посмотрим, суккубус на навайсе. Ладно, отмена это. Я даже сам себе лайк сейчас въебу. Но я могу себе это позволить. Снаружи один слайсер только, да?
Здравствуй, друг. Не лутай, не лутай, не лутай. Нельзя лутать, брат. А чё он стоит? Тебя ещё свага въебёт. Ты что, друг? Легчайший слайсер в моей жизни просто. Ну, наверное, мама борщ позвала кушать или жена. Сказала: Вася, прибей полку в туалете. Он полутал Дестер колдарский, сейчас мы его полутаем. Еще яйцо с импами, отлично. Что за импы были? Ну да. Фух, это было потно, ребята. Я не знаю, весь тику просто как девочка, как женщина 40-летняя при виде Стаса Михайлова, друзья. Фух, жесткий бой, но мы справились. Каким-то чудом нам удалось затащить. Нам удалось затащить. Good fight. За XCV. Нет, мне просто жарко, я в трусах. Не хочу сиськами торговать голыми на стриме. На следующие выходные похолодание будет, и вы насладитесь вдоволь моей мордой. Хотя было бы на что смотреть. Ну, видимо, людям важно созерцать на морду. Не, почему? Фит у него классический. Бимы, вся хуйня, даже X-Ray вставлены. Дис, МВД, Анцелярка, 2 Экструктора, Хедсинка. Классика жанра. Классический слайсер, без вопросов. Просто человек отвлекся, и все, и умер. Крот Капель. Давно их не видел, кстати. Стасик, это уже к 60. Ну, там и 40-летний, я думаю, твой. Трупик забери обязательно, Настя. Хорошо. Для тебя, моя дорогая, сделаю все, что угодно. По крайней мере, трупик я точно заберу. Возвращаемся. Настя захотела, чтобы мы труп подобрали. У нас же интерактивные стримы, наверное. А вдруг в этот самый момент на меди пиздятся крузаки вкусные, а мы за трупом полетели? Ну, что не сделаешь ради женщины? Можно даже труп в Еве подобрать. Обычно сиськи привлекают в аудиторию Квантит. Ну, если бы это были сиськи третьего размера с такими пунцовыми сосками, с ореолами красивыми, тогда да, без вопросов. А так, две коричневые точки. Был бы у меня третий размер, я думаю, у нас было бы больше намного подписчиков. Настя, все для тебя, дорогая. Квантит, да, да. А еще я холост. А блондин с голубыми глазами. Ну туда мы полетели, ну ладно. Да, до косаря нам когда... Эти... Сколько там осталось? Эти 11 подписчиков, надо еще 2 недели стримить, наверное. Друзья, это Ева, она нахрен никому не надо. Тем более... В Еве-то... Монополизм на стриме есть небольшой. Да и надо хотя бы, я не знаю, пару раз в неделю стримить, а у меня с работы только суббота-воскресенье получается, сейчас. Но, может, уволят, и все наладится. Включая вебку, будем девушек на стрим привлекать. Да, блядь, надо одеваться, надо чуб прилизать. Как положено, ребята. Уважающий себя стример по Еве должен за чубом ухаживать. Все было бы хорошо, но у тебя нет московской прописки, Квантит, да? Да, 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 да. Это, конечно, уменьшает мои шансы на счастливое будущее. Насчет сисики любителей странного. Сейчас посмотрим, Албанди. ВКЗ, привет. Гроза Лаусека в чате. Кусани, привет. Галстук тыры-пыры, да, Настя? Галстук я одевал как-то на стриме специально.
для тебя, по-моему. И пиджак даже почти съетый молью из шкафа доставал. Может, уволят, да, Кирилл? Да. Главное, чтоб не посадили. Раньше ради женщины труп подобрать пойдет, да пиздец какой-то. Кстати, СМДФ, если ты меня смотришь, то спасибо за вчерашний донат. Я что-то увлекся файтом с Тристанами и не заметил. Спасибо, друг, за поддержку вчера. Полуголый стример — лучшее привлечение девочек. Ну, если б я был бы сложен как Аполлон, то, конечно. Чтобы я еще мог дрыгать сиськами, то есть напрягаешь грудину, и, короче, они дрыгаются. Или мог на сиську банку с пивом поставить. Балтику семерку литровую, такой большой. И чтоб не падало. Тогда да. Не падает, ребята, у меня только одно. И это не банка с пивом литровая. Не-не, не для меня, перепутал Настя, ну не знаю. Кто ж его знает. Если прилижешь чуб в прямом эфире, то девочек точно куча будет. СНДФ, ты здесь, да. Спасибо за поддержку вчера, не заметил, брат. Извиняй. Ну, не знаю, как бы... Просто некоторые товарищи с чубами и прилизыванием как-то не очень, я не знаю. Хотя каждой твари по паре, друзья. Всякие есть. А сверху слева не вебка, что ли? Я что-то не сразу понял. Конечно, вебка, да, это... Это заретушированный я. Кстати, я просто не двигаюсь. Я смотрю в камеру и никак не двигаюсь вообще. Потому что я машина смерти, холодная и расчетливая. Эх, вагабонд, вагабонд. Крематорий, да. Я уже начинаю задумываться. Многие по морде мои скучают. Давай я фотку какую-нибудь поставлю сейчас на стрим, подожди. Свою. О, у меня есть охуенная фотка с реконструкцией. Пару лет назад я в реконструкции участвовал, сейчас. Найду ее пока. С мотоциклом вы меня уже видели как-то. Так, это папка с порнухой, она нам не нужна. Найдите фотографии. О! Сейчас посмотрю покрасивее какую-нибудь. Да-да-да-да-да, в компании с друзьями сейчас. Так. Изображение, 4, обзор. Хотели Мишаню увидеть? Вот, смотрите. Это я на реконструкции боя там под Брестом. И как блондину мне поручили быть немцем. Хорош, хорош. У тебя случайно фитаравы с 3 XLR шанцелярками на рапидах нету, Максим? Но если что, ты напомни мне или пиши письмо на Джона Морей, под стримом написано, я пофищу для тебя потом. Ты
ты на вебке постоянно подмигиваешь, это не вебка, не... Два одинаковых комментария. Ну, просто немцев не хватало, и я со своим чубом светлым. Ваголя 2010, АБ для... Для лохов МВД выбор мастеров. Вага едет на МВД-хе в гене, неплохо. С саппортом пами на скорость, плюс у нас 2 X-лаш-нацелярки, поэтому... Ну, ребят, не буду обсуждать фит, уже не раз эта вага на стримах была. Серега, привет. Ну и слава богу. Давай другую поставлю еще. Стой, подожди. Прицеливаюсь по партизанам. Был, да. Это мы, короче, так вот на вагабонде в мед заходим под курсу. А вот так мы выглядим, когда нас въебало курса в меди. Да, неоднократно. Чё, старый внутри, да? Серьезно? Нет. Сзади в офицерской хняк, Серега, нет. Я на переднем плане. Офицер хомяк. Ой, еще есть. Как в атаку мы шли. С немецкими братьями. Флотом, ребята, в мед заходим. Заходим в мед. Саня, это я в универе, когда учился. На первом образовании там были реконструкции. Я же по первому историк-религовед, поэтому часто на реконструкциях присутствовал в разных ролях. Но в основном немцев играл. Рамиль, спасибо за подписку, добро пожаловать. Ну все, хватит. Да, в зан поглядываю. Он просто смотрит, чтоб я первым в мед зашел и получил пиздюлей. И посмотрел, сколько там рекунов сидит. Считается лучшим пулеметом Второй мировой крематории. МГ. Но я помню, как было жарко, просто пиздец. Просто был пиздец. Я весь был потный, ужас. Это было лето, в этой всей форме, вот, в шерстяные еще штаны. Ой.
звук, как у циркулярки, да? Ребят, Twitch редко читаю, извините, потому что на Твиче у нас, опять же, молчаливые стражи обычно никуда не пишут. Можно присесть за такие фотки. За какие? С реконструкции? Или какие? Я сомневаюсь, что можно присесть. Почему пропал на 50 мн, а не 100 мн? Ну, 100 мн сюда не влезет никак, друг. 100 мн сюда не влазит никак. Две ансолярки, у нас плюс ген, у нас 4,7 свободно цепу, 18 пг. Поэтому вообще никак, ты что? И зачем здесь 100 мн? 50 мн. На земле лежать будешь? Не, мне штаны шерстяные выдали там. Реконструкторы. Все должно быть по фэншую. Да, мамка сказала, чтоб хозяйство. Не отворуйте. Еще надо внуков же. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Евы по ломанию кабин. Холост. В связях, порочащих его, замечен не был. Спасибо, Вальзан, за поддержку. Спасибо. Спасибо. Максим, это вага моя. Мне за все время дарили, по-моему, слепня. Слепня. Был позапрошлый стрим на слепнях. На слепне. Дарили фриги и скинов кучу. Я все сам собираю, сам собираю. Последняя ложь. Настя, согласен. Согласен с тобой. В связях порочащих был замечен все-таки. Да, Настя знает насчет связи. Порочащих меня. Endless Space 2 не играл, мне больше Stellaris нравился. Stellaris — это вещь охуительная просто. Но там, чтобы сыграть одну каточку даже на средней карте и пройти ее, надо день тратить, как минимум. А так, когда ты Master of Orion любил, новый Master of Orion — говно сраное. Короче, из такого вот космосима сейчас Stellaris очень хороша, очень нравится. Ну, я не заходил в нее, наверное, полгода. Но когда взял, очень прям заставляло меня. Настя, договорились, не буду впутывать тебя никуда. Ни в какие паутины. Здрасте. Ну, вот это вот все монетным конем, в принципе. Если что-то разделять и властвовать. Как англичане говорят. Скич флит еще нам. Что, Брутик с меня будет туда проталкивать, что ли? Ну, в любом случае, зайдем, посмотрим, что там. Артем, на следующей неделе сделаем вылет с подписчиками. Гиена здесь, ты готова меня ловить, да? Нет, ушла. Дальше. Окей, окей. Большой-большой-большой локал, поэтому давайте пойдем на спот какой-нибудь, посмотрим, что там происходит. На елках-то, чтобы ногами в жир не влететь. Настя, просто Настя.
хорошая девочка. Должна же быть у меня хоть одна поклонница. Хоть кто-то, а то одни мужики. А когда много мужиков вокруг, ничего хорошего не будет. Elite Dangerous зашла, но когда Джой сломался, играть перестал. Ну да. Без жестика там, наверное. Я хочу, прям будет драться, да? И Джамдрона сразу достал пацан. Смотри, какой. По ощущениям, сейчас кто-то расклочится. И сразу же, перма-джам. Ребята. Но мы его не догоняем, надо разворачиваться. Сразу же перма-джам. У нас на каждом, сука, стриме сразу же перма-джам с хорнетом, блядь. Скич-флит еще пришел, да? Ну, драться не хочу я как-то. И брутик, все это говно сюда идет, да? И второй раз джам, ребята, два раза подряд джам. Надо нам какой-нибудь вектор хороший взять, вот такой, например. Да, все это говно за мной идет. Надо дронов кидать, скич догонит. Два раза подряд, почти каждый, сука, стрим. Один джамп-дрон, два джамп-дрона, три, четыре, пять, один, два, три, полтора. Всегда сразу с первого цикла в джамп. Сенсоры в перфекте. Хотя, возможно, это к лучшему, что заджамил, если бы я начал соманом пиздиться, хотя у него всего лишь диса, мог бы вытопить, пришла вся эта хуйня и меня бы раскатала. Не вести себе мы из Анастасии тут. Ну, я так и подумал. Если бы не Настя, то я бы никому нахуй не нужен был бы. Ну, и как-то не грязно, я не знаю, побайтил бы еще просто. Я бага катается, три косаря, приходит толпа крузаков и с этим, с БКшками. Как они хотели меня поймать, вопрос хороший. Вдруг мужик, Настя, не, Настя не мужик, я знаю. Я чувствую. Я не понимаю, спрашивал ли я тебя, не играл ли ты случаем в Dreadnought Online. Не, не играл. Не играл, не знаю. Кажется, мы это уж проходили на прошлых стримах, Настя, да? Да, места не хватает. Особенно у логиста, да. Ну, вы поняли, да? Вы поняли ситуацию. Все они сейчас на мели. Артём, да, я говорил, на следующей неделе сделаю вылет с подписчиками. Письмо будет в канале рассылки. Кто не подписан на канал рассылки, подпишись, друг, будет просто охуенно весело. Канал рассылки указан под видосами на Твиче и на Ютубе. Привет. Вот все у тебя на стриме отлично. Детишки за окном, музыка времен советов. Осталось только Витаса дождаться. Ну, ты меня затриггерил. Ты меня затриггерил. Ребята, включаю вашу любимую. Если Настя с подвохом, то так даже лучше, Бальзен. Ой, блядь. Но они заходят, они, скорее всего, меня не видели. Или видели?
надо втапливать, мы не отворпаем. Слишком много мелочи сконрезано. Греф почему-то не включил. Может, Монневи они еще затянут? Но меня они вообще не реагируют, да? Монневи. Или они вместе? Что-то лучше. Как же они вагу захотят просто пиздец? Мастер Куни, да? А здесь эти в разгоне стоят. А что, типа Омон с этим всем говном? Серьезно? Почему МВД не греет? Я же включал. Кицуни, творпывайте. Я и забыл, что Миша так ни разу не услышал мой голос, Настенька, да? Сейчас развалил двух каталистов, у одного только подгорело, что он признался, что он гей. Ну, может, он наврал тебе. Хорошо, тебя в локале не слышат, да. Ладно, зайдем. Попробуем что-нибудь еще сделать. Потому что я не хочу круг мотать. Я хочу здесь еще и больше стало. Ёб твою мать. Они, наверное, сейчас уже меня будут тапить. Надо было уходить на Суджу, не выебываться. Если мы вагу в этом кемпе пройдем, ну это будет грустно вообще. Просто будет грусть. Просто грусть. Есть у них сетки? Сеток пока не видно длинных, да? Есть шанс втопить. Есть шанс втопить. Чемоданом. Не, они не реагируют вообще. Ну, Омон только взял. Ладно, хорошо. Мотивы из героев были лучше. Да, ребят, ну это Витас, ну вы что, это же бог просто. Просто бог. Ехаем дальше. Ладно, давайте нейтральное что-нибудь поставлю, что нравится всем. Здорово, начальник, начальник. Ты еще скажи, как хоть раз пел эту песню. Ну про лайки не забывайте. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. С пюрешкой. За котлетки, да. Есть захотелось, Настя. Ну ни в чем себе не отказывай, подруга. Открой холодильник, отведай. Не знаю. Торт с майонезом. Пару сосисок еще закинуть. Пол буханки хлеба. Все это запить пачкой кефира. У меня катаракта даже врачи говорят, ну давай, да. Все.
Потом блаженный вечер в уборной. Ну, если вечер заканчивается в уборной, это... У меня катаракта. Еще не так все плохо. Доктора говорят, что играть нужно меньше. Или ослепну. Не похер, где мы, кто тут? Смоньте мне флот. Залет всех... Смоньте мне флот. Литком был, как обычно, пьян. Но решимость его была велика. О, прирозлагало? Что за хрен? Надо же, сюда говно! Но мы маленько обосрались. И Вася говорит, давай спрыгнем, у меня имбы дорогие. Да, сколько не смотрю, все смеяться хочется. Ну ладно. Давайте к Фиксеру заглянем. В бывший оплот крабов Блэк Райза. В цитадель крабства. Ща квантит скину. Хороший монитор решит проблему с катарактой, но не знаю. Я думаю, только хирургическое вмешательство поможет. В обнимку с белым другом, Настя, не надо. Лучше обними кого-нибудь теплее, что излучает тепло, а не холод и безразличие керамики. Там, брат, много пародий такого рода. Не только это. Ничего в Хисаре нету. Шарт, это не Казахстан. Нет, я тебя разочарую. К сожалению, это не Казахстан. Хотя, возможно, на какой-то из планет этой Солнечной системы есть тоже Казахстан где-то. Может быть, на 11-й планете системы Хасмиджала. Спасибо за поддержку, друг. Сейчас, секунду. Панин, да, Панин. Панин задонатил. Во, все. Подписчики не стали. Максим, да еще, вроде воскресенье, как бы, но что-то пока глухомань. Сейчас полетим еще в другую часть холодного космоса. Фантазер, Настя. Я романтик. Верните собаку. Панин, да, тоскует. У каждого человека, ребята, должен быть друг. У кого-то это Вася, у кого-то Катя, а у кого-то верный пес. Поэтому, ребята, как говорили немцы, jedem das seine, каждому своим. Кому-то собака, кому-то Вася. Саня, было ПВП пару раз с ним на стримах? Мы пересекались. Со всеми практически, наверное, кто сейчас Еву периодически стримит, я задирался. Ну, то есть, ну, не целенаправленно, просто встречались в спейсе.
Больше всего, наверное, с англоязычным романтик-экзорцистом, который Бьорн, много было заруб с ним, он часто любит в Блэкрайзе летать. И, по-моему, он ни разу меня еще не одолел. А с Бестом не помню, когда-то было заруба. Я, по-моему, на Виджике был, а он был, не помню, на чем. На каком-то крузаке Т1, плюс еще местные помогли меня убить. А потом его убили. Сколько нынче собаки донатит? Не знаю, брат. Там была минималка в 100 рублей Lord of the Files. Да, и можно слушать весь стрим про собак. Похуил вообще. Бьорн Би, да, с Бьорном много-много раз, раза 4-5 точно задирался на разных стримах, и на батлах, и на крузаках, на всяком. Но я не помню, чтобы он убил меня хоть раз. Я помню, что я ему Армагу убивал точно. Убивал ему Ценобал на Вексере точно. Убивал ему, по-моему, Магус еще. Ну, хз, не помню. И с Дизель Геймсом тоже зарубы были. Была заруба на Праксисах, когда я час с ним дрался. Кто там еще? Да хуй его знает. Да, с Праксисом эпичными. Я так и не сделал хайлайты с того стрима. Там на Праксисе суббота-воскресенье мы столько всего интересного наубивали. Может, как-нибудь время будет смонтировать. Может, кто-то хочет помочь, ребят, помонтировать видосы. Для общего блага. Кто-то дружит с Sony Vegas, например. Ты собака, я собака, елка-палки, да. С подвозкой боеприпасов, да, пойди. Только не тех, что надо, правда. Но батарейки те были, что надо, а вот ракеты не те, не влазили в дыры. Не влазили в дыры эти ракеты. Пихал, пихал, сильно пихал. Спросил в канале, есть какие-нибудь цели интересные? На микрофон. Рамиль, спасибо. Спасибо за поддержку, друг. Спасибо большое. Спросил в чате, в лакае... канале. Есть цель. Наши пишут, да, сейчас будем дропаться на Тристан через Титан. Может, дропнуться с ними. Ну, пойди, все равно мы одолели. Батарейки нам позволили включить нейтрики и в итоге досушить Праксис. А этот флот уже здесь, да? Мелочи. Ну, у них логисты есть. В принципе, ДПС не так уж и много для двухканцелярной баги, но логисты — это проблема. Здесь нам ничего не светит, только дорога на борду. Просто отварпаем, вряд ли если пули трэшера у меня будут так и чес. Дропаться на Тристан через Читан Штан, ну, бывает и такое, когда людям нехуй делать, у нас в Альянсе не такое происходит. Всяк лучше, чем вспоминать о бывших в ТС и крутить варгуры и големы в доке. Да, кара таможня пилила, это, конечно, топ. Просто слепень приходит, она отварпывает на... Фортизар, прилетает слепень, берет ее за жопу. Ну это да, это пиздец. Ну, есть всякие люди, конечно. Кто-то на карах и таможни пилит недалеко от нашей домашки. Сейчас, ребят, секунду. Отскочу на полсекунды и вернусь. Надо кота успокоить, а то он там охуел. Судя по звукам.
Все, кота успокоил. Нежно. Нежно успокоил кота, погладил его по гриве и сказал: не делай так больше. Котя. Скандреза не хватает, да? Я не понимаю, это осколки того флота или другие, потому что здесь блок большой мелочи летает. Анальный блок. Максим, может, я просто зажигалкой играю? Кто ж правду тебе скажет? Бифрост за мной пришел, да? В ноль, правда, скидцуем. Но это не все, естественно, МЖД, да, МЖД. Да, еще толпа идет. 36 далеко. Но это тот флот, да, большой блок. На подскане еще много всякой дресни. Не дают, ребята, контент делать. Слава, ну я надеюсь, что будет. Я сейчас поглажу икону на торпедо. Вагабонда. Да. Пэдди, все именно так. Не за мной это, да? Додумается кто-то меня сейчас затаклить? Или все будут спамить проход? Додумались, да. Ну вот, начинают нам мозги ебать уже. А тут Сторг. Сторг, скорее всего, нас не догонит, если мы в разгоне станем. Но здесь еще много всякой дресни пришло, и у нас вектор хуёвый. Будет скребок? Зря я сразу прошел, анимации МЖД не было. С этой стороны Бифрост остался, у него есть Дис. Но мы из-под Бифроста, скорее всего, не вытупим, был бы это Сторг. Угу. Еще куча зашла. Да, вот как вот вообще на мелочи вагу не поймать? С двух сторон просто высадить, там по три корыта. Но не получается у людей даже так сделать. Ну ладно. Настя, да, на септорах кары пилить, конечно, да. Есть легенды, что на этом канале когда-то ломали кабины, Настя. Ну не надо. Ну бывает, что нету нихуя. Бывает. Игнус Рункс. Hello, my dear comrade. Nice to see you. Same. А в Деспейсе мелочи растянуть и почпокать издалека не выйдет. На ваге не выйдет. Вага — это клазовая телега. Были бы мы на каком-нибудь Ортрусе или на... Ому ненави хотя бы, тогда да. Так. Давай этот альбом послушаем. Квантит согласен, пидорги. И то не смогли поймать. Причем, как бы там без вариантов я не должен был выходить.
Париж, Франция, Транзит, да, сейчас полный альбом послушаем. Симулятор космического бухгалтера. Егор, согласен. Это намного хуже даже, чем симулятор космического бухгалтера. Уже не торт, но не надо. Вчера были хорошие зарубы. На прошлые выходные так вообще пиздец. Мы человек 20-30 на борду отправили. За субботу-воскресенье. Не надо, не надо. Настенька, ну ты же меня любишь, я знаю. Хотя бы по-дружески. У нас с тобой френд-зона. Я говорю, поехали на... Поехали, говорю, на озеро вечером съездим, посмотрим на закат, полежим на покрывале. Возможно, мне что-то перепадет. А ты говоришь, нет, Миша, у меня дела. Или, ну можно, только днем и как друзья погуляем по пляжу. Миш, привет, вот хотел спросить, есть ли страх, как хочется научиться водить именно виндик? Плюс на АТ во всех тимах он стоит, начинает с простой меги, если да, то пассив, буки, актив, репка. Лучше двухрепочную мегу собрать, например, она будет больше жить, чем пассив. И все, просто больше кнопок надо нажимать, контролировать капу и остальное. Но это повеселее будет, чем пассивный кусок говна. Попробуй мигу, например. Примерно то же самое, единственное, что у виндика ДПСа больше, сетка эффективнее. Хотя в целом, если ты в клозе дерешься, то там и граплер вполне себе справляется с задачей. Единственное, что виндик поагильнее, побыстрее немножко. И у него бонус на трекинг есть, у миги, по-моему, бонус на трекинг нет. Поэтому он получше попадает по всякому дерьму. Коракс, драгун, алгос на 3 метра, надеюсь, втроем они дадут мне. Ну, ребят, у нас сегодня ПВП было. Мы убили слайсер. Ей подмыли. Так что вечер прошел не зря. Не видела, значит, не было, Настя, да? То, что не видишь, того не существует. Вот я не смотрю на стену. На стену за спиной. И ее нет, ее не существует. Этих обоев, стены, кровати. Ничего нету. Ничего нету. Только поворачиваюсь, оно все материализуется. Когда я на это не смотрю, там просто космическая дыра, просто темнота, пустота. Стоит ли пихать из них авинетрик, у него снаружи они, да, еще ретриба есть. И все сразу же с йогами включают, но ретриба нам не даст, наверное, она далеко. Остановилась. Ну, выключила пропмод. В разгоне стоит, скорее всего, фарпает, поэтому ничего нам с ней не светит. Циклон идет, ребята. Ну, как бы вы уже просите файта какого-то. Давайте с циклоном пиздиться. Просто я уверен, что придет дохуя всякого сейчас подкрепления. А циклон чей? Ну, ребят, я сразу вас предупреждал. Сразу предупреждал, что будет дохуя всего. А у нас дронов, кстати, нету. Мы забыли пополнить дронов. Ворм еще... Да, это большой этот блок. Ну все, ребят. Хотели файт? Получайте. Хотя пока не... Да. Цинабалы, ББХ, еще джам идет. Но все как вы любите, друзья. Естественно, активно. Еще и ББХа, естественно. Но без ББХи никуда, есть шанс слиться.
Ну что я хочу сказать, даже в таком случае еще и Армагу пригнали. Ну вы, блядь, издеваетесь, ебаный в рот, еще и Армагу, охуели просто. И все равно нихуя, все равно нихуя, просто Вага, блядь, без проб-мода вытопила из-под циклона и сказала «до свидания». Запускай Берлагу, да. Надо больше ББ, больше Армаг. Элит ПВП. Гей-клуб приехал случайно. Ребят, ну не знаю, мы съёбываем сегодня, съёбываем, просто съёбываем, потому что, ну, пиздец. Советскими то же самое, Женя, ну... Ну да. Не буду спорить с тобой, брат. Почему ценобаллы, да, у меня не втопили, не подхватили, тоже вопрос, который останется без ответа. Давай сразу сюда и возьмем батареек новых. Саня СПБ летал, конечно. Послушал про Нейтрик, стоит ли пихать кабинетик туда для контры против мелочи. Саня, да. Леха, то есть. Саня, да. Стоит нейтрик пихать. Вполне себе. Он выключает много мелочи, плюс некоторые телеги может капстат поломать откачку. На оптимал штраф, ну да, дали. Ну пусть нет. Сейчас Анастасия скажет что-нибудь ехидное, наверное. На стоим НБ летал, но мне больше в последнее время двухканцелярная нравится, потому что она ей капа вообще нахуй не нужна. Она прикольная. Но опять же, это под гену. Как там из очень страшного фильма ассоциирую? Беги. Так, еще это я, блядь, проспамил на другое, страху сошел. Но... Засмотрелся чат. Да, и дронов албани. Спасибо, что напомнил. Спасибо, я бы забыл. Блять, а что, я неправильно Акалип пишу? Я не знаю, как пишет, называется Акалип. Знаю. Потому что Сьюбинг 5 качать должен каждый первым. За счет сдана 5, Женя, да. Служу Советскому Союзу. Ну, капстап, да, но под... тебя одна курса, скорее всего, сломает твой капстап. А этой Ваги не еду пизды вообще. Сколько бы нейтриков не было, она свое выжит. Поэтому я каждый раз, когда захожу в мед, надеюсь, что там помимо разводного какого-нибудь бича еще курса сидит внутри. Но опять же, у нас стоит смоловая носва, она позволяет держать даже полностью вынитрим скребок. Ну, правда, спамить надо, но все равно. Что-нибудь ехидное, отстаньте от меня, я устали, сказала Настенька. Доебались до Насти, понимаешь ли. Ну что, я спалилась, теперь... Точно отстанете.
парирует Настя. Настя is it. Анастасия. Yes. Игнус. It's a very pretty, pretty girl. Настойка. Насти... На... Настойка. Да, настойка. Зубровка. На этих, на... Настойка на апельсиновых корках. Вечером воды покорить... Покормить комаров, да, ёлка-палкин. Спустя 20 минут я прочитал твое сообщение. Ты че, сори. Дронов купи, Акали. Да-да-да, купил, купил, купил. Кто, блин? У меня еще группы не все восстановились после того, как дисконнект инет упал. И когда мы, блядь, проебали Асклепу. It's a very pretty girl. Has a half a, I think, long hair and very good, хотел сказать ass and tits, но я не знаю, это некрасиво. Настя, you have a nice ass and nice tits or not have. Апельсиновые корки, you mean orange slices, yes. Orange slicers. Your English is so shit. No, 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 my English is so fucking good. Again and again. London is the great capital of the Great Britain. My English perfectly. For the motherland. For the vagabond. For the broken boat. Митен вина, да. Okay, guys, now I speak only English. For Ingus Rungs, my dear comrade from USA, I think. Now we jump to I wanna and see some shit. Wait. Let's see some shit in I wanna. Not have a shit here. Maybe no vice? No. No vice is clear. Let's go. Let's go to Pavanaka. My dear comrades. For the great justice, да. Vaga BP capital is. Matari ждет. My from Ядрена Бомба and Кузькина мама. What do you like most in girls? Так, а это циклон другой, да? Devil Tattoo. А будет он с нами драться? I like. Redhead Girls. Redhead. Попробую по-немецки. Немецкий я хоть и учил в школе и в университете до третьего курса, но мой немецкий просто пиздец, ебаное говно. Давай пойдем на Навайс на глазах у циклона, хотя он не видел. Возможно, там и местные сейчас присоединятся. Соседки, то нам будет пиздец. Very like redhead girls. Tits size no matter. Tits size no matter. Redhead or brunette. And want a good ass. Ginger ladies? Ginger? I don't know. What is ginger? Merlin? Ну да.
Но не захотел циклон к нам идти, к сожалению, ладно? Зато наши убили где-то циклона арморного с плитой, лол, чё? Настя, не ливай. Ребята, когда у нас уже 1000 будет, а, на ютюбе? Просите сестер, мам, пап, дяди, тети, знакомых, подруг, бывших, всех подписаться на канал. И тогда на следующем стриме я с вебкой станцую. Ginger means red hair, ladies. Yes, yes, yes. Red hat. Red hat. I like red hat. Ladies. Author say red hat not have a soul. Like animals. But I like red hat women anyway. XB, спасибо за подписку, брат. Мы стали чуть-чуть ближе к заветной 1000. Осталось 8 счастливых людей. Красная голова, Албанди. Ну, у них типа рыжий это Red Hat. Инфосотка. А звучит как красная голова, да. Красноголовики, ребята. В прошлом году в лесу я красноголовики собирал. Женя, тебе спасибо за подписку. Рыжих собирал в лесу красноголовик. Let's go to Kinaka and rape some asses for the motherland. Red hair. Red hair, может быть, и red hair, не знаю. Может, я просто порнухи пересмотрел, ребята? Там часто пишут red hat. Сука, спалился, блядь. Ну а чё, английский большинство учило, ребят, по порнухе и по пиратским дискам. В начале 2000-х, в конце 90-х. Когда локализации толком не было и приходилось. Да чё за говно-то? Нету никаких адекватных целей, только блобы. Какой-то пиздец, что за воскресенье? Нету ничего. Так ты на попугая, да только тельник поменять. So tell him that you like when a girl is not very slim. Yes, 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 I like a big woman. I like big woman. Not too big, but... короче, средний. Middle size. Сочных. Кого еще волнует, что пишет в порнухе, да? Настя может. I really enjoy your stream. My lady is listening and I translate for her and she is loud very much. Ingus. It's a nice. Say hello to you, woman. From you, dear comrade. От 150 выше, не, 150 это дохуя. Дохуя. Ну такая, чтоб сочная была, ребята, чтоб не совсем там доска прям. Вот такая, что. Но вы поняли. Значение слова сочное вы должны понимать. Сытое. Но не совсем пиздец. Хотя одно, сегодня я вам одно говорю, завтра другое. Пиздобол. Ginger is red, white, yellow, irk. В раке я учил по GTAZ English, озвучка субтитрами на нашем, да? Но не знаю, я по пиратским играм учил. Давайте сувенир из Рио еще раз послушаем. Просто охуенная песня.
ничего нет. Под настроение, Саня, под настроение. Всегда по-разному. Сейчас меня привлекут, не привлекут, Даня. Thank you, she say hi and enjoy the game. It's so cute. It's so sweet. After she says I cry like a baby. It's so fucking cute. Сочно это про каннибализм. Но не совсем. Мясо-то вкуснее, чем сало. Да, женщины бывают разные, Евгений. Жека. Черные, белые, красные. Злые женщины не есть, конечно. Ну, Настя кому-то нравится, такие суки прям, вообще, вот прям суки. Чтобы, блядь, мозги ебало, веревки делать, ост, как это. Они так любят себя позиционировать, такие суки. Типа, я такая, прям вообще, короче. Я роза с шипами, меня так просто не взять. На самом деле, это просто ебанутое. Но красиво же себя позиционировать как горячий просто, горячий объект мужских вожделений. На самом деле это ебанутость называется. Хотя есть мужики, которым нравятся такие прям горячие, горячие, инициативные девки, когда ты приходишь домой, она не только борща наварит, но еще тебя разденет и кинет на кровать силой и жадно запрыгнет на тебя. Не соли перед приготовлением будет сочно. Да, чтобы соль влагу не впитала. Сало с прорезью самое то, квантит. Я с тобой согласен, я с тобой согласен. Шмат, шмат сала с прорезью мяса. Эх. Слюни потекли. Борща наварит. Ес, ес, ес. Борщ. И дедок, ну, может, и такие есть тоже любители, чтобы их брали. Дорогая, ты сегодня меня возьмешь, как обычно? Когда жрать охота, аж, ну, все какое задница мяса грызть, сало развалил и схорчил, да? А баба с 90 плюс КГ, это и есть то самое сало с прорезью. Ну, похудее надо, похудее. Теперь моя очередь слюнки пускать. Подумай, что общего между салом, мясом, бабами жарить надо, да. Что общего, ребята, между Евой, стримом, бабами, салом и взять сзади мужа? Блять, связываем, не связываем, ёпта. Что-то как-то дует с окошка. Really like, good, сальянка и кук. А кук — это в смысле готовить. Yes, yes, yes. Миша общий, общий. Ты. Давай что-нибудь повеселее поставим. Давайте, ребята, немецкую музыку послушаем. Drei, vier Grenadier, das gut Montelloch, Hände hoch. Drei, vier Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Вчера вспомнил про эту песню, прям заслушиваю.
Стрим Магмы. Рамштайн. За Рамштайн YouTube потом предъявит стрим. Не стрим, видос, заблочить надо будет руками потом восстанавливать. Бля, ребят, ничего нет. На Астрахусе против Снави только. Один, два, один, два, айн-цвай, перевел. Причем, ребята, кто не в курсе, это итальянец. А вам что, до сих пор всякий хэви-метал нравится? Женя, мне не очень. Ты же знаешь, мне нравится 70-е, 80-е. Такая музыка. Душевная, когда каждый звук что-то значил. А не то, что сейчас. О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, пиздец. Накидал мегу фулл Т2 фит. Нормально. Саня, нормальная мега. Женя, понял. Саня, ну я знаю, что он сам итальянец. It's a Ignus. It's a not funny song. Now I show you funny song. Хури есть, ребят, на подскане. На солнце сканится хури. Серьезно? Но это пахнет очень грязно. Посмотрим. Do you know which most funniest song I ever heard from Russia? Стекло вата is the band of the song Новый год. И окей. Просто хури на солнце. Правда в сотке, да? Но потопили. Песня из немецкого порно, да. На Астрахус, наверное, драться не будет с нами за разгон. В час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел. Поменял разгон. Праздничный вечер. На спот, на мет, на ларж. Что в ноль пойдет тоже. Деху, правда, выключить по-хорошему надо было. Но за счет этого мы забрали дронов. Хотя вдруг в сотку пойдет сейчас, и мы просто соснем пульса. Пойди поищу.
Ну что, ребят, ваши ставки, в ноль он пошел или в сотку? В сотку. Ну, как знал. Как знал. Но я думал, что он просто испугался и проспамил в ноль. Но нет, видишь, человек не дурак. Ну все, вот и подрались с хурем, ребят, вот и подрались с хурем. Новый год. Ну, вы поняли, да? Ну, это прям про меня песня, друзья. Прям про меня. Ну ладно. Поставим что-нибудь нейтральное. Я, this is good, this is good. А давайте я спою, а? Давайте спою. Давно не пел любимую свою. Не буду вас спрашивать разрешения, просто спою, хочется спеть. Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка оголоштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать: ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. You touch my ta-la-la. Дедок, да, хорошая песня. Сейчас пробьем, только YouTube заблочит, не заблочит, потому что не уверен. За это могут. Мишка хорошо по слуховому аппарату. Да нормально получилось. Чё ты, Саня, нормально. Кто еще, ломая кабины в Еве, споет вам, а? Кто? Кто?
Покажите мне того человека. Похлопал по плечу. Дедеха на смоле внутри, скорее всего. Ютач металла. Сейчас пробьем. Условия использования музыки. Ничего не найдено. Ну хорошо. Все думал, что не запоешь, Настя. К сожалению, запел. Настя, бери гитару, заходи в ТС, исполнишь что-нибудь. Ребята, как только 1000 будет, я, хотя, наверное, пожалею, что я это говорю, я обещал станцевать на вебку. Так что лучше не подписывайтесь. Инкуго, на Ютубе надо, на Ютубе надо. Мурку давай. Я не помню текст. Давай лучше другое. Расцветали сливы к югу над лиманом. Месяц вертухаил на посту. Звали ее Мурка, Климова Маруся. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ду. Ютач металла, май динь-динь-до. Блять, и в тайме нету нихуя. Да что за говно? Что за говно? Эти не держат строй, не держат Настю. Но я надеюсь и мечтаю, что когда-нибудь ты для меня что-нибудь исполнишь на гитаре. Хотя бы только на гитаре. Вот за эту точно забанят, да? Давай посмотрим, пробьем. Да. Ой, еще есть одна классная тема, но, наверное, тоже ее нельзя будет в стрим вставить. Еще посмотрим. Satisfaction. Нет, можно, слушай, Вол. Окей. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, satisfaction. Маруся Климова, один из альтов. Фулгенец, привет. Артём, добавьте шизи. Шаланды полные кефали. Шаланды полные кефали. В Одессу Костя приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пиреса обожают Костю моряка. Настя, все для тебя. Боже, привет. Боджо. Ладно, все, возвращаемся на нейтральную классику. Хоть уже отворпал, да? Вот вопрос куда, я не увидел. Не успел. Уже по вектору поздно смотреть. Ну... Хири, может? Одесса. Не кошерно, да? Ну, я же не одессит, мне можно. Еще один человек хочет к нам в Карпуну на стриме, я рекрутить, наверное, не буду, уже раз рекрутили. Включи такой стрим, возвращаясь к нему, время от времени ничего не меняется, ты просто куда-то летишь, через сколько будет хоть что-то, парни на ютюбе, спросите, когда экшен. Ну, блядь, какое-то странное воскресенье, в основном от глобов только приходит съебывать, а от нас все остальные съебут. Что-то как-то, не знаю, надуло мне или что. Как-то жарко стало, чтобы температуры не было. Нельзя болеть. Перевозбудился. Да нет, я с холодным сердцем и разумом пою. Есть локал, есть аспекты. Раша пилот. Краймнета, да, блобить будут. Редисон, я знаю, что видно. Да и хуй с ним. Нога нормально, потихоньку хожу. Починили, правда, болеть начала вторая. Так что, если что, еще вторую будут чинить.
рано или поздно, опять на 3 месяца на больничный. Лето пришло, да, их кровина тоска. Что у них еще есть? 3 стилета на Паскане. Арчон и Танька еще есть. Феликс, музон дальнобойщиков, да. Которые летят из Рио. Дедок, долго искать. У нас таким макаром скоро блюпиль вообще закончится. Стандарт есть? Нету. Есть соседки, да? Возьмем он проводы себе. А Shell есть? Shell, да, да. Потому что вдруг война, а мы без штанов. Надо блюпиль возить. Скоро закончится. Структура. Так можно с женщиной говорить. Квантит. В порыве страсти. Превращаемся, ребята, в того, кого нельзя называть. Летаем второй час, нихуя нету, как будто в нулях. Труп Насти возим. Не Настя, а тот, который Настя попросила подобрать. Было бы странно, если бы Настин труп возили в карго. Зарубис, нет, газ мы сегодня не сосали. Мы сегодня на ваге. В основном съебаемся от блобов. Съебинг в пятерочку. Демонстрирую вам сегодня. А так целей никаких не видать. Пока что.
Юрозема поставила. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь вкусненькое. А я пойду. Всем пока. Пока, Настя. Не забывай, пиши. Или не пиши. Юра, ну не знаю. Всякое в жизни может быть. Увидел в ВК какую-нибудь красивую девочку. Добавился к ней друзья. Девушку, женщину. Списался с ней. Все так и мило. У вас такие интересы. Прям совпадают вообще. Она пишет, что мне нравятся ромашки. Ты покупаешь ей букет ромашек. Она говорит, давай встретимся на набережной. И ты приходишь, а там на лавочке сидит только один человек. Мужик лет 50, с пузом, бородой и Балтикой-девяткой в руках. И ты ему даешь букет ромашек. А он тебе отхлебнуть из банки Балтики-девятки. Вот так, ребята, друзей настоящих и находят. Вот так находят свою судьбу. Всего лишь нужно с одной стороны букет ромашек, с другой Балтика-девятка. К нам в нули копать ЗАГС. Да я скорее перед ЗАГСом съем свой паспорт, чем в нули поеду. Выделяли сероводород. Аккумулировали. Видел в ВХ красивую девушку. Ну, ты можешь представить, что это собра, которая тебя таклит и пиздит, это красивая девушка. Настя, при встрече какой? Виртуальный? Не вопрос, контракт там поставлю, если Вага выживет. Саня, сможешь спать? Сможешь. Ах, завтра на работу так не хочу, так не хочу. Блядь. Настя, давай меняться. Я тебе труп контрактом поставлю, а ты мне фотографию. Как тебе такое дело? Лучше представлю кравскую тенгу, да, согласен. Потом ты доклочишься и набрасываешься на меня. Жадно. Саня, а что толку? Я вангую, что мы в совершенно разных странах живем. Расстояние разрушит наши отношения. Каждому, да. Юразел. Ох это мужичье. Только видят девушку в чате сразу. Сразу начинается. Ну так всегда. Нечестная сделка? А что ты еще хочешь, Настя? Давай торговаться.
Помимо Трупика и Скарга, что ты еще хочешь? Труп, между прочим, слайсером. В нормальном фите, в адекватном. В меди Беликос. Вангую, что там еще курса будет. Пожалуйста, пожалуйста. Только без рука. Можно две курсы, без вопросов, но без рука. Сразу фазы плазмы зарядим, в надежде. Может, кто-то в клоке есть? Джон-дроны сразу же пошли, да? Ну, это классика жанра. А, это сетка дроны, лол, чё? Сетка... Ребят, 100 лет не видел сетка дронов. И чё, он один хотел с вагой драться? Торментор ещё зашёл. Хуяк! На пол столба. Геката еще и хорошо. Не успел я, блять, его добить. Жаль. Надо было скрибок МВД-ху включить. Может, добью? На фалофе. На фалофе. Да. Ведьмак еще пришел. Вот это я люблю, нахуй. Вот это заебись. Вот это нахуй заебись. Не попадаем, дроп соврём. Блядь, ну Геката надо скинуть. Не хватило. Чуть-чуть. Отварф, отварф, отварф. Блядь. Заебись, но я ж спамил на солнце. Чемодан забыл еще, да все забыл, блядь. Чемодан бы нажал бы, сейчас бы выжили. И яйцо проебал еще. Сигареты в зубах, блядь. Я забыл про чемодан, ребят. Забыл про чемодан, расслабился. Чемодан бы прожал бы, убили бы Гекату, дальше с Ведьмаком разбирались. Только Гену привез, только Гену привез. Ну, спамил же на солнце. Был вектор на солнце, в смысле выставлен на солнце. И, грубо говоря, мы выпрыгнули из капсулы, не появилась отварп. И я переставлял мышкой. Да, печаль, печаль. Ну, убили Беликос, Торментор. Чуть-чуть не хватило до Гекаты. Там бы нам полегче жить было бы. Сняли бы ДПС, Ведьмака бы попробовали танковать. Забыл я про чемодан, забыл я про чемодан. Нажали бы, сейчас бы мы стабилизировались бы. Ситуацию эту всю. Ну, блядь, не всегда побеждать. Иногда и Мишаня забывает кнопки. Курение убивает шипы, согласен. Я тут пепел в пепельницу стряхивал.
Не, ну это факап, тебе же чемодан, основная тема хака, да, уник-секс. Согласен, Мишаня, заебанил. Баба расслабила, как маска, да? Да не, сам виноват, сам виноват. Мой фейл, мой фейл. Тут без вопросов, нечего выдумывать. На грибах и кокаине, да. Не, бой-то хороший. Просто если бы про чемодан не забыл, нажал бы его. А то мы уже 2 часа летали, нихуя не происходило, я уже вообще все позабывал. Возможно бы, ну Гекату мы точно, скорее всего, успели бы забрать, хотя по-хорошему-то на диплитураниум надо было переходить. Потому что лучше попадали бы. Хоть и дроп сожрали, потом под конец уже не так хорошо тоже. Все равно. И Гекату бы скинули, да, ведьмак на нас раскачался, но я думаю, мы бы его танковали бы, пока батарейки не закончились. Вопрос, какой ведьмак, если он двухрепочный, то, скорее всего, он бы раньше нас продавил, потому что батарейка у него больше, а мы начинали драться еще с 2 до этого. Но все равно неплохо, неплохо. Хотя могло бы быть красивее, если бы Мишаня не забыл про чемодан. 30 тысяч там как бы. Это норма. Вот то, что яйцо, я... Мы выпрыгнули из корабля, короче, я на солнце навел. Начал спамить от варп. Но от варп не пошел какого-то хуя, мне пришлось переставлять руками. И в это время Геката поймала, да, возможно, сканрезанная. Ну, пиздец. Как бы вага-то похуй. Но то, что Гену я сегодня свежую привез, прошлое в Острокусе. Я вам рассказывал, слилось. И, блядь, еще Гену проебать, ну, как бы Ева, чё. Иштар был как-то стрим, по-моему, на Иштаре. Ты переходи, если что, на YouTube ссылка на Твиче есть. Там намного больше видосов и стримов с хайлайтами, со всей херней. На Твиче почищает периодически. Кара, привет. Дали, да, хорошо. Но все равно было много, как бы, но... Это хороший был бой. Расклад, то, что надо. Да, еще мы увидели, ребята, сеткующих дронов. Ну вот опять, блядь, новую гену надо вести, сука. Сука. Кара, за тем, что она нейтриков не боится. Вот зачем. 2 курсы, 3 курсы. Да пизды вообще, и она свое откачает. А капставную вагу, как правило, с учетом матарского композитора, скажем так, и специфики с той МНБшной капставной ваги, то хорошая курса в одном количестве высушит. Поэтому вот в какой смысл. Плюс у нас здесь МВД стоит, да, не 100 МВ. 100 МВ позволяет лучше танчить туда-сюда, но что-то поймать на нем проблематично. А у нас вага в гриве почти 4 косаря в гении. Поэтому это еще весело, можно цеплять всяких кайтищих пидорасов. Ну, ты понял, брат. 100 МВ с ЛШБ. Да, один скрам не отпускают, но зато мы можем цеплять всякое. И не боимся, нихуя, просто на топорах вырываемся. Ну, по крайней мере, это весело. Самое главное, надо получать удовольствие. Есть 2 стрима со сторками было. Предыдущих, кстати. Неплохо полетали. Прошлый так себе, а позапрошлый мы где-то человек 15 на борду отправили. В том числе вкусных всяких вармов за полярды и остальное. Можно глянуть, прошлое воскресенье. Вчера на сторке тоже были, но там... Ну так, наубивали что-то. Но в целом блобили что. Как и сегодня. Ну так и нашли. Единственная проблема, как бы... Ну да, зафейлил с чемоданом, забыл совсем о его существовании. Вот что яйцо не отворпало, это, конечно, проблема. Это, конечно, да. Ну ладно. Джуздол, да? Да. Но я спамил. Все равно перескочил. Да похуй. Похуй. Тем более как раз время, то, что надо. Дефолтное 2,5 часа. Мы обычно больше не стримим, потому что меня Ева заебывает.
И как-то так, друзья. На кайтище Мунини я катался до агрибаланса карта. Мне нравился он. Дис, сетка, МВД, Нанцеляр, карта. С учетом его бонусов на трекинг, плюс еще там Рига стояла на трекинг, он неплохо. Даже по орбичащей мелочи деплитура не мог попадал. Мунин прикольный. Редко летаешь, потому что... Да пойди. Потому что нихуя не происходило 2 часа. А тут заруба прям такая серьезная. Но они все с одной карпы, там бы как бы люди пересаживались бы еще прилетели дальше на помощь. То есть был бы конвейер. Но Гекату, конечно, да, надо было забирать. Надо было забирать все-таки еще. Ну ладно, что будем... Надо лут вывести, гену новую привести. Ну, тем более, сейчас у нас выходные заканчиваются, завтра на работу. Какие все 5 дней, друзья. Поэтому насчет стримов на будние дни я пока не знаю. Если будет желание и силы, то может быть. Ну, а так, на выходных встретимся. Плюс я обещал вам очередной вылет с подписчиками сделать. Уже 25-й или какой там по счету будет он. Поэтому письмо будет в канале рассылки. Канал рассылки написан под стримами на Твиче и на Ютубе. Давайте яйцо покрасим. Пасха. Пасха. Что-то у меня место прописки какое-то. Хуй пойми, какое в хайсек закинуло. Дефолтно, наверное, как-то перекинуло. Чудо хейда, блядь, не цены как-то дойти. На пустом, правда, селдистракт. А можно так переделать станцию назначения? По-моему, нет, надо быть на ней. Ну ладно, хуй с ним. Докачиваются, ребята. Ведьмаки, кстати, в пятёр. Пушки-то двашны уже давно есть. Ворм за полярда. Саня, зайди на борду, ссылка есть. Посмотри на него, чтобы стрим не пересматривать. 560 лямов ворм, что мы на сторке на прошлых выходных убили. И помимо него много всякой дичи еще было. Ну хорошо, хоть не полностью забил все так, на скорую руку, по-быстрому. Зоркастом и 4 гены. 670 лямов. Тут неправильно показывают. По борде 670 где-то лямов не должно стоить. А, вот, друзья, поэтому пойду что-нибудь себе приготовлю. Туда-сюда чаю. Воскресенье боли. Всем спасибо, кто был, кто смотрел, кто подписывался, поддерживал. Скоро 1000 на ютубчике возьмем. Я исполню танец на вебку, наверное. Вот. Подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на YouTube, пальцы вверх или вниз ставьте на YouTube, ставьте что-нибудь, друзья, это реально помогает. Ну и о группе в ВК не забывайте, ссылки есть везде, в описании, короче, везде, про все. Не забывайте, собственно, по поводу писем, опять же, напоминаю, по поводу фитинга или что-то еще, канвайте, пишите письма, помогу, подскажу, может кто-нибудь даже чем-нибудь, о боги, помочь хочет, никогда не откажусь. Вот. Ну, я считаю, было весело, по крайней мере, пообщались мы отлично. А так, да, 2 часа страдали, ни хрена не могли найти толком. В основном блобы съёбинг в 5. Но тем не менее, друзья. Тем не менее. На следующие выходные новая гена понадобится. На неделю хватает. На недельку в 1:30 я уеду в Комарово. Все, друзья, ни про что не забывайте. Везде все нажмите, подпишитесь. Под это самое. И всем в очередной раз спасибо. Традиционно обязательно скоро увидимся на просторах этого холодного космоса, где делать тепло. Только вы. Доброго вечера, спокойной ночи. Всех благ, целую, обнимаю, ребятки. Всем пока.
прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд, и за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь. Прости меня за все цветы, что для других срывал. Прости меня за все мосты, что за собой сжигал. Но мы построили с тобой последний хрупкий мост за возвращение любви.